14-й день деревни. Возможно, завтра, в пятницу, обещаются вроде на машине приехать. Может, меня... Если приедут, то меня с кошкой заберут. Короче, я вроде как даже тут слегка подустала. Когда ехала, мне вроде показалась там машина, но потом я поняла, что это парник. Не знаю, получится сейчас записать или нет. Да. Ой, пакетик опять убегает. Ты. Это самое, как бы, естественно. Мы с соседкой сюда собираемся как-нибудь доехать, но, видимо, уже мой следующий приезд. Вот эти палки, это когда-то тут была ферма. У деда Толи здесь была усадьба, и мы мелкие, помимо прочего, ну, помимо взрослых, с взрослыми ездили все на это убирать. Что-то желтое такое растет там. Вот Верик, когда заворачивала, сейчас с него слезала, видно было этот парник. Ногами перебираю. Там, возможно, в телефоне все же видно эту крышу дома за деревьями. Вообще там за этим домом другой еще дом есть. 1912 года рождения. В котором соседка моя, кажется, родилась. Мне кажется, это я раньше уже говорила в каком-нибудь видео. Почему на телефон? Я что-то не взяла камеру. Подумала, что если завтра я снова уезжаю, то надо бы немножко собрать вещи. Ну, и я как бы ее убрала. И скинула с нее, записанная там на 9 с лишним гигов, на внешку. Один ролик даже уже смонтировала. Может, сегодня еще что-нибудь смонтирую. В общем, вон там. Как бы. Вот. Вот за пальцем там. О, оно палец приблизило. То, а все остальное размыло. Короче, там за пальцем как раз вот видно вот мне с Верика. С телефона-то, может, не очень. Там вот то, что белое такое, как бы. Вот это вот этот самый парник. Кстати, заяц мне больше не попадался. А кошка сегодня шестого мышонка схомячила в синях. Ну, вообще, со двора приволокла. Вот отсюда уже видно, что это парник. Прикиньте, в такой глуши, где 2,5 дома, кто-то купил парник. Поставил его, и что-то там растит. Кому-то хватило мозга прямо у дороги, у деревьев, у леска сжечь костер. Я увидела бревна обгоревшие. Сначала думала, что это так, ну, что это. А тут, оказывается, костер кто-то сжег. На уманы фантазии. Здесь вот есть кипрень, но тут уже как бы... Раньше его много было еще так вот туда, к леску. А тут уже не вариант его собирать, скажем так. Сюда иногда машины подъезжают, выхлопными газами хреначатся. Тишина. Сейчас поеду по круговой. Сделаю круг. Может, я что-то не догоняю зрителей, но такое ощущение, будто здесь вот, ну, как бы ничего путного-то и не посадили. Вот сейчас я вижу, что, ну, у меня попадались трактора тут,
сюда ехали отсюда, что они просто овес тут раскидали, ну вроде как зерна такие овсяные, хрен знает. И все, они тут скопали, потом приехали ко мне и накидали, потом приехали, местами раскидали этот овес, который птицы вполне себе могут спокойно жрать. И кое-где что-то сходит. Все. Что за нафиг? Орёт чибис или кто-то в этом роде. Другой кусок поля точно такой же. Я вот сейчас велик хочу поставить, просто немножко тут пройтись. Или хотя бы наклониться вблизи, заснять, что это. В общем, велик стоит. Я сейчас принаклонюсь. Вот они просто лежат тут в несколько слоев. По-моему, это овсяные семечки. Ну, в смысле, овес. И, возможно, это тоже овес растет. Такое ощущение, что люди отдаленно знакомы по картинкам с вот этим вот. Так, что делать? Типа покидали семечки в сфигаченную землю, куда еще и камней немножко покидали. И все само взойдет. Вон. Ну, тут как бы само взаходит что-то типа сорняков. Круто, блин. Чудные люди. На том поле тоже так вот уже видно, что просто это что-то растет. Не такое стрёмное и страшное, как мой первый проезд сюда. В начале моего бытия тут. Можно будет потом к этому дереву наведаться, когда черная смородина поспеет. Может, к тому времени тут что-то побольше прорастет. Ну да, мусор уже. Люди вообще с природой как-то очень сильно на «вы», я так смотрю. Я так подозреваю, тут мусор можно было взять с собой и в тех же прилуках выкинуть в эту самую, в перерабатываемую урну.